Всем привет! У меня снова распаковка. Эта посылочка доехала быстрее, чем предыдущая. Итак, давайте посмотрим. Так, я заказывала наборы, поэтому вот такие вот к ним красивые пакетики. На подарочек очень хорошо. Итак, что у нас тут? О, пик. Тайнулиновый концентрат. Такая хорошая штука для пищеварения и снижает, вернее как, держит контроль сахара. И хорошо для тех, кто, ну, короче, контролировать аппетит. Вот такая хорошая вещь. О, омега. У нас уже закончилась. Хорошо. Будем. Ага, вот. Теперь у нас суставной сорбент. Это я для своих суставов взяла. Как закончу свою программу антипаразитарную, буду снова пить сорбент. Чаек. Очищение, дренаж. Он сейчас идет по акции. Ага, и чай женская гармония, но он шел у нас в комплекте. В комплекте. Наверное, с хронолонгом. Вот, хронолонг. Еще себе взяла. Хронолонг — это очень хорошая вещь для женского здоровья. Наш гормональный фон равновешивать. Вообще для женщин за 30-35 уже надо. Здесь что написано? Так, это формула с изофлавоном, генистеином от возрастных изменений, комплексная поддержка женского организма в период преминопаузы и климакса. Вот такая штука. Это я уже себе. Мне уже надо. Так, что еще? Что еще? Да. Вот бальзам корень. Это у меня один на заказ, один себе. Бальзам корень у нас был в комплекте с чаем. С чаем. Правда, с каким не помню, надо посмотреть. Чай я себе взяла, защита печени. Природный антистресс. По-моему, с антистрессом он шел. Корень. Да, вот их два. Два антистресса. Очень хороший чай, рекомендую. Натуральные травы заваривать и пить, чтобы ни о чем не беспокоиться. Так. А, вот это у нас выравнивающая маска. Это я себе взяла по акции. Есть такая акция, что при определенном количестве, короче, если на определенную сумму делаешь покупку, то акция 40% сбрасывает эту цену. Вот такая вот ночная маска. Ее можно не смывать, на ночь наносить. Ой, не смывать — это хорошо, это я люблю. Так, что еще тут у меня? А, чай легкое дыхание. Для себе. И что еще? Девочки, перуанская мака. Я ее взяла. Вот, все ее так расхваливали. Это природный афродизиак. Ну и вообще для хорошего настроения. И гармонизировать наш, так сказать, сексуальный фон. Если рутина в семейной жизни, то вам нужна она, перуанская мака. Вот, будем пробовать. Ага, горчичный гель. Горчичный гель — это как жидкий горчичник. Он согревает. Мазать его на грудь, на пяточки. Ну, такой небольшой, правда. Ну, надеюсь, на зиму хватит. Вот. Хорошая вещь. Буду тоже пробовать. Потом скажу, как она работает. Так, это у нас сорбент. Сорбент очищающий. Сорбент очищающий, он тоже бывает вот в таком формате. Чайная ложка на одну порцию. А вот это мне нравится больше. Здесь можно и с собой удобно взять. Не надо таскать баночку, если вы куда-то поехали. Вот такой саше. Здесь у нас сколько? Тоже, по-моему, 10 порций. Да, 10. Вот таких вот саше на одну порцию. Сорбент, он без вкуса и запаха. И очень хорошо работает на ночь его принимать. Вот такой релакс-бокс. Это тоже все мне. Для меня любимый. Так, что у нас тут? Значит, здесь комплекс из... Один пакет, 4 капсулы. Комплекс первый — это магний, валерьяна, боярышник, шлемник, байкальский. И второй комплекс — экстракт пассифлоры, зверобоя, кремния. Вот сейчас покажу, как она выглядит. Сейчас вот открою. Много слышала отзывов, что очень хорошая вещь, хорошо успокаивает. Вот, смотрите, здесь 4 капсулы. Получается, что у нас, значит, 3 с магнием и 1 с пассифлорой, зверобоем и кремнием. Вот, здесь 30 пакетиков. Месячный курс защиты от стресса. Вот такой небольшой заказ относительно. Всем добра!